Yeah. А когда мы hide the boat again? Yeah, you next time. We can hire another boat. We can hire another boat. It doesn't have to be the same. Yeah, paddles. Ну вы посмотрите, какая красота. Все. Вот и лето пришло. Ну вот такое место, конечно, замечательное. Дети тут играют. Еще недостаточно жарко. Хорошо. Вот так у нас выглядит сегодня содержимое нашей плиты. Варенье. Здесь мясо, а здесь чайник. Такой вот у нас магазин цветочный. Смотрите, какой выбор. Ты хороший. Ты хороший. Ну кто такой хороший? Какое-то это видео, этот влог, выключу вытяжку, пока этот влог получается уж очень кулинарным. Ну, так вот получается. Решила сварить осьминога, делать итальянский салат. Простой, абсолютно простой. Смотрите, вот здесь у меня варится осьминожек. Я положила туда лук, лавровый лист, морскую соль. Вот он у меня варится где-то в течение 40 минут. Ну, можно его попробовать, если он перестает быть резиновым, значит, все хорошо. И вот здесь картошка варится. Варится картошка, варится осьминожка. Картофель потом режется, осьминог режется на кубики. И с травами, с оливковым маслом, с бальзамическим уксусом. Все это подается. Салат хорошо этот есть теплым. И сегодня еще у нас будут рыбки. Я думаю, что мы все равно куда-то. В продолжении кулинарной темы. Такой вот раскардаш. Вот такие рыбки, мы уже не помним, как они называются. Но вот эта длинная, Лёш, как-то называется. Короче. А, вот это yellow tail, желтохвостик, значит, вот эти две. А вот эти вот мы не помним. Похоже на рыбу меч, только маленькая. Сейчас я их просто все обмажу солью, лимоном. Вот этим вот перцем, это из семейства острых перцев чили, но они не острые, ну, точнее, как они острые, но они делают как будто
свежесть, как будто вы, знаете, мятый пучок съели. То есть такой от них острота очень свежая получается, очень прикольный. А, вот эти вот все травки положу. Имбирь. Тут у меня корень имбиря. В общем, все будет красиво запаковано. И вот на этой вот сковородке запеку. Жарить не буду, потому что если это все дело жарить, потом даже какая бы хорошая у тебя ни была вытяжка, будет все равно пахнуть. Так, ну вот я смешала травы, имбирь, лимонный сок, чили, оливковое масло. По травкам у меня здесь, это, наверное, что, тимьян. Слушайте, орегано, по-моему. А вот это вот сейдж называется. Я не знаю, как она по-русски. Сейчас я ее тоже добавлю. Но она такая яркая. А рыбу я натру. Вот здесь у меня соль. Я прям рукой ее распределю по рыбке. Выложу и залью. Сейчас все покажу вам. Вот она лежит. Все смотрят в одну сторону. Лимон, который я выдавила и уже как бы можно было выкинуть, я его еще раз порезала. И вот он так тоже будет запекаться, и рыбка на нем будет дышать. Ну, фигурально. И сверху положу вот так прям веточку томатиков. Они очень вкусные. Слегка их вот так проткну, чтобы они лопнули. Они и сами лопнут, но так, слегка им помогу заранее. Оп, оп, попала. Все, и буду запекать, наверное, ну сколько, на 200 градусах или на 180. Буду смотреть по ходу пьесы, как оно все будет развиваться, запекаться. Наверное, сейчас еще маслом сбрызну оливковым сверху. Давайте вот так слегка. Угу, все. Ну, красота. Ну вот, получился салат. Сейчас покажу вам. Картофель, осьминог, потом, господи, забываю уже русский, огурцы. И вот такие отростки от горошка. Они у нас продаются вот в таких контейнерах. Нам очень нравится. Это вот их стебельки. А это уже ближе, где листики. И соус я сделала. Сейчас я все это дело залью. Конечно, я этого осьминога и картофель посолила, когда варила. Но сюда тоже чуть-чуть добавила соли. Здесь у нас оливковое масло, немножко лимона, уксус винный, травы и чеснок. Сейчас мы это все зальем и будем есть. Такая вот тема. Ну, вы поняли. Я соус попробовала. Вообще, ребята, это вообще бомба. За осьминога, девочки. Они... Я feel you like leg more. Почему? Крылышко. Подожди, с папой смотрел, он мне рассказывал. Доброе утро. Я проснулась и вот увидела, что мои лилии раскрылись. Мы их купили в понедельник. Сегодня уже пятница. И вот они только-только начали раскрываться. 4 бутона. Вчера они еще были вот все вот такие закрытые. Очень красивый у них в этот раз такой розовый цвет. Ну, не знаю, каждый раз, каждые лилии, они все по-разные. Разные, хотя все одинаковые. Такая вот правда жизни. Ну, просто великолепны. Великолепны. Может быть, я вчера им воду поменяла, так бы они дольше бы еще раскрывались. Но, тем не менее, вот так выглядят, наверное,
к выходным раскроются уже все полностью. А вот это вот.